Когда я стоял в Верховном суде, мне дали возможность солгать, в надежде, что я солгу. Потому что тогда я получил бы несколько мест, но навсегда потерял доверие людей. И я не стал лгать. Я решил временно покинуть Кнессет, но сохранить имя и честь. Самое главное, что люди могли сказать, «Вот это человек». Ему можно верить. Когда в тот день мы предпочли верность своим принципам, мы выиграли, а не проиграли. Верховный суд проиграл, Кнессет проиграл, Израиль проиграл, а мы выиграли. И мы продолжаем набирать очки, потому что трагедия в том, что наше влияние растет тогда, когда убивают людей. Это непостижимый народ. Он учится только, когда происходят трагедии. Без трагедии мы ничему не учимся. Но если должно быть так, значит, будет так. С каждой трагедией у нас больше сил и больше влияния. Из каждой трагедии все больше людей становятся нормальными. Не только сефардские евреи, не только те, кто всегда были нормальными, но и другие тоже становятся нормальными. Именно так. И вы должны сделать так, чтобы власть была у меня, а не у Кнессета. Я хочу править, я хочу спасти евреев от самих себя. Вы можете это сделать, и вы обязаны это сделать.